Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада видеть вас на своем канале. Значит, сегодня у нас будет такое видео, я буду показывать вам подделки, которые я сделала. Ну что ж, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Вот они у меня лежат вот в таком пакетике. Эйвен. Вот. И сейчас я вам буду их показывать. Сделала я вот такой вот бантик. Вот. Так, дальше делала вот такой вот прикольненький, на мой взгляд, такой как бы звездочку такую объемную. Так, делала вот такие вот губы. Всем привет! Вот. Так, значит, делала такую или японская, или китайская, это ловушка для палец, в общем. Вот. Такая я сделала сильно короткая, надо ее подлиннее делать. Вот, делала вот такой вот цветочек из ленточек. Делала вот такой вот, такой как бы туннельчик с цветочком. Вот. Так. Делала вот такую вот вертушку. Сейчас вот. Сердечки, в общем, так вот. Так. Дальше делала вот такой вот тюльпанчик. Такой тюльпанчик на стебельке. Вот. Так, вот только он падает, потому что тюльпанчик сильно большой. Вот. Делала вот такую вот бабочку. Вот. Здесь можно делать разные надписи. Так. Дальше делала вот тоже вот такую вот маленькую, да, такой вот тоже тюльпанчик, только это без стебелька просто. Вот. Дальше делала такую вот коробочку-звездочку. Вот. Так, делала вот такую гадалку, здесь цифры, так вот их ее слаживаешь, открываешь вот здесь вот. Так вот. Вот. Значит, у гадалки задаешь вопрос. Вот. Задаешь вопрос. Говоришь цвет. Я, например, малиновый. Вот. И цифру. А цифра тут до 7. От 1 до 7. Например, 3. И делаю вот так вот таким образом. Раз, два, три. Открываю гадалку. Малиновый цвет где-то у нас вот. Так. И смотрим. Зависит от тебя. Вот. Такие вопросики есть, ответы точнее на вопрос. Вот. Значит, дальше делаю вот такое вот сердечко. Это для папы я делаю. Вот. Ну и в принципе все. Вот такое вот было коротенькое видео, то что я делала, вот из подделок. В ближайшее время будет видео о моем личном дневнике. Вот покажу, какой он весь, какой он, ну как бы обложка. Вот читать, конечно, я ничего не буду, вот потому что это личное. Просто какая обложка, какими ручками разукрашиваю. Вот. В общем, все такое. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои замечательные комментарии внизу, и всем до новых встреч, пока-пока!